лужа-то все высохла, да? Да. Мы находим на бесплатном Кучугурском вулкане, который находится на мысе. Я не помню, как он называется. Надо посмотреть в интернете. Вон. Да. Вот мы приехали посмотреть. Тут так красиво, обычно такая природа. В этом году он почему-то совершенно... Осторожно, Наська. Вот здесь идем. Сережка у нас вперед убежал. Ой-я. Вулкан, одно название осталось от вулкана в этом году. Совсем высох. Вулкан у нас, скажи, в Темрюке теперь образовался. Вулкана нет. Осталось только грязь. Вчера надо было в Темрюке набирать такую же. Да, сказать, что он все обмельчал. Ну подожди, он еще это успеет. Нет, это просто он сам по себе отдыхает, он вылезет потом где-нибудь в другом месте. Что-то холодно сегодня, да, на море как-то? Пойду я. Мама дорогая, пробка. Ты чего, да? А как назад потом? А назад ползком, как из болота. Смотрите, ребята, мы находимся со стороны вулкана. Смотрите, сколько здесь ракушек. Я иду по ракушечному пляжу. Сюда выкидывают буквально мидий. Смотрите, вот я вам покажу. Где они у нас? Есть еще закрытые? Хотим вам показать. Вот совсем еще недавно она была. Тут вот такая. Вот. Ракушек. Сегодня море такое бушует. Но она теплая жесткая. Но столько грязи приволокло. Смотрите, сколько коряк. Это необитаемый остров здесь, это место расположен. Как красиво, сколько ракушек. Море их просто. Море. Смотрите. Я беру их в море. И все в ракушке. Красота. Коряга. Наш папа ушел куда-то рыбачить с удочкой. Мы даже не знаем куда. А так охота. Настя у меня любит мидии. Хочу найти ей мидию показать. Давайте сможем мы найти ей мидию показать. Интересно мне. Камушки такие красивые. Тут что, нам камни подавай. Камни подавай, такая красота здесь. Ой, меня прям засасывает обратно. Наша рыбка. Нету рыбок у нас, все рыбки померли дома сюда. Оставили, все без рыбок. Ни одной нету, ни одной. Смотрите, сколько море мусор выкидывает. Мама, ножку сполоснет, ходить невозможно. Давайте сполоснем. Какие камни. Смотрите, вулканические камни образовали. Красота. Смывать собираюсь. Я дойду там получше. Сереж, смотри, сколько коряк повыкидывала. Смотри, как море волнится. Сколько коряк повыкидывала. Мам! Не ходи. Пошли, зачем тебе эти черные, белые бери. Зачем? У нас же их много. Вы еще привозили с прошлого раза. Здесь набирали. Море рыбой пахнет, да, сегодня? Прямо море рыбкой пахнет. А боям сегодня бассейн. Пойдем. Пойдем маме ножки смывать. Сейчас уйдем от вулканических камней. Смотрите, какие вулканические камни. Ты поранишься. Смотри, как интересно. Смотри, вот здесь вот мидии растут. Вот на таких камнях сейчас их не видно. Очень сильно все волнит. Смотрите, какие прям скалы. Скалы тут вот торчат, да? Это как вулканические тут породы. Мам, мне вот такая нравится. Да, да, да. Она очень. Смотри, скалы как растут, Сережа. Смотри, скалы как красиво с земли растут. Смотри, вот здесь. Рифы такие. Морские.
морские рифы, или как они называются. Пойдем дальше вдоль берега. Вон там, вон, где люди стоят. Пошли, самое красивое. А море-то какое жаркое сегодня, теплое-теплое. Но волнуется только так. Всю грязь выкидывает. Чайки, смотри, чайки, чайки. Значит, рыбка, рыбка должна быть. Посмотри, как чайка. Смотри, чайка парит. Значит, рыбка там, рыбка. Мы так скоро пойдем, да. Пойдем, а то мне тут капли попадают. Вот здесь самое сложное начинается. Вот они. Мы идем прям по ракушкам. Насыпь из ракушек. Смотри, какая. Смотри, какая красавица. Вот она, рыбку и надо, рыбку. От моря рыбы пахнет сегодня. Да, Настя? Она чует, что здесь рыбка должна быть. Вот она парит, парит, парит. Не знаю, ребята, видите вы ее? Все, здесь уже начинается песочный пляж. Вот она парит, красавица. Вот, ребята, вот такое вот море у нас. Идем дальше. Пойдем мы и дальше по нашим берегам красивым. По Азовскому морю. Здесь начинается песочный пляж. Море сегодня сильно разлилось, пройти невозможно. Обычно тут такое приличное еще расстояние. И мы идем дальше. А? Иди, иди дальше. Ой, тут песочек осыпается. Смотрите. Песочек осыпается здесь, да. Мы скоро уже дойдем до отеля. Нет, мы не дойдем до отеля. Мы идем просто спокойно. Мы идем до песочных пляжей. Смотри, сколько коряги вытащила. Мы не пойдем, мы купаться будем. Ребята, мы медузу нашли. Медузу нашли. Смотрите, медуза. Ой, сколько медуз повыкидывала. Да. Куда? До дома, а папа нас потеряет. Смотрите, сколько ядовитых медуз опять повыкидывала. Она прилипла, ее не отодрать. Необитаемые коряги. До дома прогуляться? Да. А папа нас потеряет, да ему нет. Надо звонить. Да нет. Почему? Поехали уже обратно. Ты можешь идти обратно. Смотри, смотри, смотри. Сети повыкидывала. Сети лежат, валяются. Мам, звони папе. Позвоним, если тут связь есть. Море. Смотрите, ребята, как море бушует сегодня. Смотрите, как оно намыло. Смотрите, как намыло. Что мы видим? Мы видим ракушки. Ракушки, которые находятся целый слой под песком. То есть вот эти горы осыпаются, получается слой ракушек. Мама, ножки намазала на грязевом вулкане, надо идти смывать, да? Давай сама держи. Не можешь, не держи, оставь их здесь, ходи пешком, выкинь их. Все, мы дошли до песочного пляжика.